Хотите увидеть, как выглядит самая масштабная фотосессия курочек в истории? А сейчас расскажу, как мы организовали самую масштабную фотосессию курочек в Нижегородском парке. В июне мы отшили сразу 17 ростовых курочек для Chicken House. Отснять сразу все костюмы – задачка не из легких. И самое сложное – найти добровольцев, которые поучаствуют в съемке. Чтобы не возить курочек далеко от их дома, мы решили снимать прямо рядом с офисом. Но, конечно же, такая стая больших и милых курочек просто не могла остаться незамеченной. На нас оглядывались прохожие, подходили сфоткаться и обниматься. Во время этой съемки мы снова почувствовали, какая же классная работа у нас – создавать костюмы, которые несут столько радости и восторга взрослым и детям. Вот так самая масштабная фотосессия ростовых курочек в истории фабрики карнавала подарила прохожим настроение на весь день.